Привет! Смотрите, какой милый принт. Это трикотаж интерлок. А шить я из него буду лонгслив по моей новой выкройке. Кроим детали. Одна деталь переда, одна деталь спинки, две детали рукава и деталь бейки горловины. Складываем детали переда и спинки лицом к лицу, уравниваем по плечевым срезам. Со стороны переда детали стачиваем на оверлоке, припуски заутюживаем на сторону спинки. В открытую пройму втачиваем рукава, припуск заутюживаем на сторону основной детали. Складываем деталь лицом к лицу, уравниваем по боковому шву и рукавам. Стачиваем на оверлоке, прокладываем строчку со стороны переда, припуск приутюживаем, затем заутюживаем на сторону спинки. Нижний срез изделия и рукава обрабатываем на оверлоке. Подгибаем на изнаночную сторону и заутюживаем. Прокладываем строчку на машинке. Я проложила строчку зигзаг. Можно также двойной иглой. Бейку горловины складываем пополам. Прокладываем строчку на оверлоке. Припуск заутюживаем. Складываем деталь пополам, изнанкой внутрь. Приутюживаем сгиб. Деталь бейки и основного изделия складываем лицом к лицу. Равномерно распределяем длину воротника по всей горловине. Скалываем булавками. Сметываем ручными стежками. Соединяем детали на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны воротника. Припуск заутюживаем на сторону основной детали. Проводим финальное ВТО. Лонгслив готов. Примерка на моей дочери. Базовая универсальная вещь. Можно подобрать множество вариантов, как носить лонгслив. Кстати, вот этот сарафан тоже вы можете шить сами. Все ссылки оставлю в описании к видео. Приятного вам пошива!